Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередная вторая сторона доната на китайке, на ките нашем. Сегодня, как обычно, топовый базар. Решил забрать немножко рун. Также у нас по чуть-чуть. 3 дня, как видите, есть акция, где за трату самика вы можете получить обалденные плюшки. Да, надо накопить 160к, но вы получите гарантированно некроса. Это 100%, плюс получите 3 вторых сумки на Огника. Ну, я считаю, знаю ли на других серваках такое есть, но по крайней мере на тех, на которых я играю, там такого даже приблизительно нет. Вот так вот сошку, ремку можно получить. Ну, в общем, все топово. Коробки, кучу разных плюшек. Вот так вот. Также акция есть еще, поменялась сегодня. Отсюда можно осколки достать за найм героев. Это сегодня давали на всех серверах. Ну и самое основное, это вот тут вот уже продают новый базар. И мы сегодня забрал, я вот такие вот паки все, и забрал 4 вот таких. Ну, это и смысла нет убрать, у меня этих расходников хватает. Забрал чисто для того, чтобы дальше качать терочки. Ну и плюс камешки, вот так вот у нас получилось. 1380 камней еще в добавку. 8000 пакетов какашек, 160 коробок, 800 смен. Окей. Что мы в итоге имеем? Дофига разных плюшек. Еще там, по-моему, кулачки, да. Еще и кулачков нам добавили. В общем, по чуть-чуть. Уже догоняем даже английский сервер по прокачке. Так, вот 50 камней на 5 героев у меня уже есть. Хочу создать пачечку с ракушкой, потестировать. Некоторые герои вы уже увидели, еще увидите. Коробки мы оставим на самый конец, когда мы будем уже всем героям ролить топовые чары. Так, что у нас такого интересного сегодня тут есть еще? Так, это сумочки. Видите, расходников сегодня так уж и много. Надо будет пооткрывать сумки с питомцами. Ну, а мы поехали играть, как обычно, топовую акцию. Я считаю, вот здесь яйца вот эти разбить топовые, потому что здесь дают огника, возможность выбить некроса, ну и кучу остальных плюшек и героев. Ладненько, поехали, будем пробовать убивать это все. Вдруг нам повезет, и мы сегодня достанем отсюда еще огнекрыло. Так, третье. Одно яйцо, и сейчас будет топовое. Ну давай. Раскол дали. Ну, раскол, по сути, здесь не нужен, я уже протестировал его. Так, поехали дальше. Да, китайка, конечно, по рынку уже веселее и веселей. У меня основной аккаунт просто отдыхает по сравнению с моими твинками. Первую дали сумочку, как видите, не особо. Еще у нас 3 попытки будет получить коробка. Вчера, я не помню, мы тоже неплохо разбили там, но, как видите, ничего у нас не получается. Основной плюшкой не дают ее. Так, и бьем. Жесть, короче. Дар жизни. Зачем мне ваш дар жизни? Так, у меня есть еще 3 монетки. Ну, в принципе, вроде нам все хватает. Бьем по центру. Вторая сумка. Ну, как видите, ребят, не особо они хотят расставаться с огнекрылами, хотя они нам, в принципе, по сути, не нужны. Здесь уже ресурсов мне, кроме книг, не надо. Ну, вот так вот. Тоже, в принципе, неплохо. У нас на русском сервере даже таких приблизительно нет. Поехали дальше. Thank you.
Ну, пятое выживание. Вот так вот. Ничего интересного относительно. Так, поехали дальше. Смотрим, у нас тут какая-то акция поменялась новая. Так, это на смену, по-моему. Та-та-та-та-та-та-та. Так, забираем ремочку. Ну, ремочка такое на рынке. Ну, все равно это как дополнение. Пятая эмблема дара жизни. Смешно, конечно. Ну и вот до 20, с 22 до 25 еще 2 дня. В принципе, заберем еще и огнекрыло. Зачем, правда, он нам, я не знаю, но пусть валяется. Так, окей. Еще 71 попытка. Пробуем. Вчера мы здесь трешивали. Интересно, что же все-таки с утра они нам на 23-е значки почета дают, в принципе, неплохо. Так, интересно, сможем ли мы вытащить героя отсюда хоть какого-то? Осколки в основном падали. Ладно, давайте все попытки сейчас по берегу откроем. Непонятно, что падает. Ну, что-то падает. Ну, как и у нас, дают кучу попыток. Даже, мне кажется, и больше, чем на русском сервере. Может и нет. Но сама суть, что здесь неплохо. Падают и расходники, и плюшки. Сейчас посмотрим, каких мы тут осколков сегодня натащим. Так. Так, что у нас дальше за акция? Вот 13 всего, сколько утащили там попыток, всего 13 каких-то там итемов. Сейчас посмотрим, что там за итемы у нас. 453 дня я это уже забрал. Ну вот, вроде и все акции. Как-то мы быстро пробежались по ним. Очень быстро все. Да, 144. Больше ничего не открыто.
Да, ожидалось большего, ну вот как-то так. Ну и куча, как видите, непонятных расходников. Ну, цифры получше все равно, чем на русском сервере. Так, ну вроде как бы вроде все пооткрывали. Посмотрим сейчас по итемам, что там у нас. Плюс 1 600 000. Так, тут тоже можно открывать. Значки у меня улетают. Можно открывать смело. Что у нас еще интересного такого есть? Асурика мы уже докачали. Вроде как. Да, десятка. Такс, коробки мы пока не трогаем, новые таланты, 22 новых таланта, качать их некому. Так, хорошо, сменки. Видите, тут плюшки не особо дают, вспомогательные, как на этом, и карты я открывал, Ронинов. Отсюда вот стрелок. Мега удача, ребят, на нашем аккаунте мы выбили стрелка. Так. А у нас психощиты запасные. Чуть не продал. Еще одна библиотека выживания. Так, ну и сумочки. Надо пооткрывать отсюда. Падают питомцы, пэты у меня здесь послабее будут, чем на английском пока что. Ну, здесь меньше дают сумок, это на английском там трешуют. Я думаю, завтра с утра будут на английском тоже топовые акции. Посмотрим уже, что же там будет. Ну, вот так, в принципе, все. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, участвуйте в конкурсах, ждите новых прокачек девяток. Всем удачи, всем пока.